Артемий? Че ара, я не Артемий, или я Артемий по-международному. Гидес, на яра. На эса. Артемий и Калантарян написано. Но это иностранцы, они не понимают. Тут не просто К, или тут армянские буквы К. Тут я Калантарян. А сканумес, ара? К? Че, ара, надо легче говорить. Или Калантарян, К, Калантарян, или? Ладно, пошли посмотрим. Этот город один день, что можно делать? А, най, най, Инчану, най. Вот, вот, вот из-за таких, как ты, весь город говне маче, весь Ереван. Вот ходишь кругом, бутылка валяется, мусор валяется, листочка валяется. Это вот все они делают. Один день пустить шаурма, и весь проблем, весь город будет решено. Брат, это моя бригада, кстати, стоит. Смотри, пойдем посмотрим, чем они занимаются тут. Артемий. Лахтер, вонсес. Нормал, цавы там, более-менее, или? Шат лява, чип, байц лява, бары фахтер. Бары аджоу. Это что, чипсы у тебя, брат? Да, хочешь? Чему же, махтер джан? Это что, твикс? Твикс, брат, хочешь? Не, не хочу, брат, спасибо. Знаешь, на войне никто не ел твои палешки твикс. Почему? Знаешь, почему? Скажу. А, да, потому да. Что две палешки, если ел, потом умер, то зря. Поэтому, если не выиграл на войне, не ешь лучше, брат. Хорошо, я так и буду делать, брат. А это что, M&M's у тебя? Да, возьми, что ты стесняешься, здесь все свои. На Вели кто стесняется? Нихуя себе, желтый там даже есть, да? Да, бери желтый, что ты думаешь, возьмешь, все поймут, что ты мало зарабатываешь. Аля, Вели, кто мало зарабатывает? Ладно, извини, брат. А ты уже дзертох, все. Короче, я тут с апреля месяца нахожусь, уже надо какие-то нормальные движения начинать делать. Мы с вами серьезная бригада, а деятельность нулевая у нас. Вот ты шустрый, как пчел, ты в курсе? Я потому что жалел людей на войне, Артемий. Вот. А ты необъятный, как космос. Я же на диете. Аля, Вели, вижу я диета твоя. А ты один в один Владимир Вдовиченков. Все, пойдемте делать нормальные дела. Что это такое, блядь? Качели заняли, просто дети не могут отдыхать нормально. Ну ты чё, блядь, вообще? Ты, конечно же, не кефире. Он что, блядь? Он сказал, блядь. На другом блядь, нельзя сказал. Вообще готовить, я блюю от этого. Араэш, ты в курсе, ты в Армении находишься? Здесь нельзя это блядь, млядь говорить при женщинах. Так я просто вот с парнями стою сейчас здесь, просто с ними обсуждал. Ну здесь нет женщин вообще, так что мы все правильно делаем вообще. А, то есть ты женщин не видишь здесь, да? Женщин нет. Ну, сейчас нету вообще нету здесь женщин вообще. В карман не положил. Ноль женщин сегодня. Я вижу здесь. Пошли, рядом. Я покажу тебе, где ты женщины. Ты куда его повел? Стой. Да ты на вид свой смотри, брат, иди постригся. Хорошо, что не я, блядь, сказал. Где это женщины? Я не понимаю. Целый город невозможно. Брат, находить. Извини, а где здесь женщины есть? Женщины? Да. А, женщины. Вы должны пойти вот туда прямо, а туда налево, там церковь, увидите. И из церкви налево прямо идете, садитесь в маршрутку 37, идете, и там улица Террители. Ага. Нет, Террители. Вот там очень хорошие женщины. Идите, да. Все, ага, все, пока. Мерси, шат, авторис. Мы не забудем никогда твои слова. Женщины сейчас найдем. А, най, авторис. Ты куда лезешь, я не понял. Пойдем. Мы же тоже христиане. Ты знаешь, что мы первые приняли? Еще даже не изобрели таких, как ты, малолеток. Скоро ты увидишь женщин здесь. Нету женщин, да? Мы покажем тебе женщин.
Ага, это что, не армянки, а? Ёбаный гондонский хуеплёт ты. Я ебал твой рот и ебал твой рот. Понял ты меня? Они такое слово не знают, то, что ты произносишь. Блять? Не ора, какое, блять? А вообще-то уже полтретьего дня, девчонки. Почему вы не дома? Спасибо, что раскурила, сестричка. Вот эти слова хуй пизда, они не знают. Нельзя такое говорить. Извинись перед ними, пока здесь. Извините, пожалуйста. 15. Вот. Издалека не увидел просто. Вот так извиняешься, что уходят люди. Ладно, пойдем, пацаны, что с этим? Тебе повезло, что я на неделе бесчеловечный. А да, я на войне детей не убивал. Но как только тебе исполнится 8, я за тебя возьму с пополной, блядь. Надо было в Грузию. Ара, камат, тихо нажимай. Кидаешь 200 драм, ломаешь на 500 мне. Артеми, это твой? А, мое, ах, перес. Мят лохотрон поставил, или чтобы туда-сюда деньги крутился немножко, какой-то бизнес был, чтобы хлеб покупать, на стол ставить. Или у меня вот этот бизнес и платные туалеты тоже мое. Артеми, почему я никогда не выигрываю? Ара, что ты хочешь? Ты 200 драм бросаешь, ты смотришь, как вот щипца едет, вниз идет, обратно поднимается. Это весь электроэнергии 200 драм стоит. Ты хочешь бросить 200 драм, чтобы целый чехол это Samsung, Mamsung доставать сразу? Нихуя себе! Брат Джан, посмотри, какая женщина стоит, мне улыбается. Явно хочет меня. Пойду эту информацию ей в голову тоже положу один раз. Ахчи, ты знаешь, эта вода мне принадлежит, потому что это земля моя. Все, что соответственно тут мое. Но ничего, принцесса моя, будешь хорошо себя вести, я тебя угощаю, ничего страшного. Я тебе даже все, что там есть, все ископаемые подарю, известняк, все, что ты захочешь, будет твое, я тебе клянусь. Ах ты, Шушик, что это за чучело здесь перед тобой стоит? Фара, это ты? Артемий? Варе, фахтерджан, вонцес, лавес, ахтерес, более-менее, в очень челе. Братан, ты предатель. Ара, почему предатель? Я думал, тебя убили мусора. Мы просто сухофрукты украли. Как могут за это убить? Нас просто поймали, оштрафовали и отпустили. А я откуда знаю эти легавые правила, где штраф, где смертный казнь? Я что, должен весь уголовный кодекс читать? Нечего делать мне. Ладно, брат, я понимаю, я виноват перед тобой. Сейчас пойдем в вернисаж, там все мои ребята сидят, бизнес делают. Сколько угодно, что хочешь, один вещь я тебе подарю в честь нашей перемирения. Брат, этот тюбутейка что делает в твоем вернисаже? Это гастробартайтеры. Честно говоря, я кожаный не хочу, потому что у меня аллергия. А, ладно. Тогда не будет. Дермантиновый, если найдешь, откидной нож можно тоже. Вот этот маленький, я вот это знаю. Карманный нож. Вот это. Ара, это тебе можно давать? Ты и так очень опасный. Слушай, да, еще... Я чересчур буду, да, брат? Конечно, как ты по улице будешь ходить? Это уже ты как ходячий гранатомет будешь. Лампа работает? Не работает, пойдем. Не работает, брата. В армянском вот этом магазине ничего не работает. Шарлатаны, или? А это вот шапка гомосексуалистки, может, хочешь по приколу? Не, братан, гомосексуализм сзади уже остался. Да. Я с ними не общаюсь больше. Уже все, да? Пацаны не поймут, говорят. Братан, вот эти солдатики хочу. Ара, ты вообще неандерталец, что ли? Это не солдатики, это шахмат. Это такие худые гомики в очках, клетки переставляют. Это тебе не надо, брат. Тебе нужен какой-то оберег для твоего здоровья, жизни, или потому что у тебя жизнь очень опасный, ты человек.
Параджан, вот сюда встань, я в свой прилавок зайду, сейчас тебя обслужим. Вот смотри, брат, вот это моя точка. Все, что есть, тебе дарю. Смотри, вот это с моих ключей снимаю. Это най. Най, синчсируна, ахпере. Смотри, смотри, это, во-первых, это золото настоящее, да? Это, смотри, Библия. Это английский учишь, или? И можешь читать. И потом коррекция зрения идет, чтобы тебе микроскоп заебашили глаза. И сможешь нормально читать. Братан, это подарок, да, получается? А, за такой подарок всего лишь Эрку Харур доллар драм. И все. И больше ничего от тебя не надо. Это все, это твое, я тебе клянусь. В долларах, да, хочешь? А, доллар драм или Эрку Харур, брат. Вая пресса, пресса. Это твое, брат. Это твое, возьми. От души. Брат, знаешь, я решил свой спитак Нива продавать. Знаешь, у меня есть машина очень мощная. Только всем не рассказываю, что продаю сейчас, как шакалы налетят. Вот мой такси, вот тут должен останавливаться. Вот пошли, сядем, поняли? Барафес! Но я уже год, получается, как переехал. Ну, там, сейчас не особо дела. Вот я решил, что чуть-чуть поработать можно в такси. Но, как бы, до этого у меня, ну, хорошо было. То есть, вообще другая жизнь, я бы сказал. Я там... Ну, я, не знаю, стендап смотрели. Камеди-шмамеди, это что-то? Да, да. Ну вот, я выступал там. Ну, хорошо шло там, концерты. У меня на самом деле вот то, что вот сейчас ты видишь, это так не смотри. У меня там и тысячные залы были, и как бы там я у Урганта сидел, и выступал у Урганта, и сидел там на диване. А, Ургант, знаю, я видел. Это, по-моему, гомик он, че? Я сколько смотрю, постоянно пиджак 15 размеров меньше, чем положено. И штаны это одевает на себе, как колготка. Я смотрю, думаю, вайку, если бы я такое одевал бы свой чучуль, куда бы поставил, места не остается там никакое. А Де Ургант, давай один раз включай, посмотрим, что там было у вас. Там сейчас нет этих видео в Ютубе, там же удалили все. А ничего страшного, когда-нибудь возобновляться будут, не переживай, брат. А доезжай, Эли, что, почему стоишь, брат? Дудь звал меня, я помню. Ну, я сказал, я не пойду. Это я просто, чтоб... Слушай, вот... это, Дудь, это который узкое лицо такое, а? Да. Везде пролазит. Я, слушай, то, что это не пошел Дудь, молодец, я тебе скажу. Вот честно, между нами говоря, не очень хороший человек. Я вот сколько включал, смотрел, это что за вопросы он задает? Там дрочишь, не дрочишь, это член сколько сантиметров. А, Гандон, твой какое дело, сколько сантиметров? Это личное дело каждого человека, сколько сантиметров. Мне бы задавали бы такой вопрос, я бы достал бы, по голове ударил один раз, чтобы на месте осталась сволочь ебаная. Но он там другие вопросы тоже задает. То есть, а другой я не смотрел, зачем мне другой? А уже скоро подъезжаем. Слушай, хорошо, аккуратно едешь. Такое редко я встречаю. Я вот все время держусь, чтобы не умереть. Это ремень я не могу это одевать. Это... Жарко, да? А, жарко в ремне, конечно. В Армении находимся. Вот тут, да? Правильно. А, да, давай здесь, да. Знаешь, брат, у меня тут свой летний веранда. Хочешь, пойдем мят, кофе, хмс, или, знаешь? Не, спасибо, сейчас плюс 4, я не особо. А тогда деля фаджу гуцун, брат. Приятно было пообщаться. Оценка, до свидания. Оценка 60 буду ставить в приложении. А, да и давай.
Что могу сказать? Вам очень повезло попасть, значит, на летнюю веранду, мой личный ресторан. Я, значит, к чему это собеседование ведет, да? Я свою ласточку продаю, хочу, чтобы в добрые руки попадала, а не кому попало. Вот вы какие добрые поступки совершали? Можете сказать? Ладно, я вижу, вот у тебя добрые глаза. Пойдем будем смотреть. Это у вас тренировка такая? Брат, это тренировка наглухо сделанная. Это вообще ничего не видно. Там можешь с женой даже что-то, какие-то любовные вещи делать. Ни один гаишник-маишник ничего не скажет. Это цвет грязный скотч, или? А почему продаете? Слушай, брат, знаешь, когда 360 разгоняешь, что-то сзади чуть-чуть стучать начинает. Ну, мне соображающие люди говорят, отнеси один раз ремонт, там 4 секунды, 20 драм возьмут, и все, ну мне нахуй надо это ремонт, у меня времени нету, я новый себе куплю. А салон можно посмотреть? Брат, я каждого человека не даю вот так салон смотреть, я потому что химчистку делал недавно. Каждый день миллион человек смотрит, каждый будет вот так открывать пыль-мыль, я должен это все убирать, это никуда не годится. Будет предоплата, я буду понимать, что ты реальный покупатель, тогда другой разговор будет. Да, а вообще что-нибудь еще можно посмотреть? А, или эта форточка, закрой, у него бензобак постоянно простужается, тоже мучается ангиной. Угу. Слушай, поехали домой, ты не видишь, что это груда металла? Не, ну подожди, надо же выслушать человека. А, ну пара царапин есть, брат Джан, что могу делать? Это я, в общем, ехал, и там небольшой кошка перебегает. Вы хотели сбить животное, и поэтому попали в аварию? ЧР, это похуй мне, эта кошка. Я думал, я задавлю дальше, поеду нормально. А она испугалась, убежала, и там бетонная стена огромная за ней, я не заметил. Ну и чуть-чуть фары поцарапал, что могу делать я. Извини, брат, мне брат звонит. Минуточку. Алло, бары, фахперы, свонцы, сара, цаветаным, ха, лявым, ха. А, нормал, или вочинч, более-менее, или. Ха, узумым спитак, не вел рус долбоёб, на рыцахем, или. Ха, 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 да давай, перезвоню, как это, свободен буду. А, да давай, давай, пока, брат, давай. Да что вы себе позволяете? Вай? Хаэрин Асканумэс, молодец, какая у тебя жена, полиглот, или не каждый такой найдет. Лёх, все, поехали домой. Знаешь, на самом деле рад, что не продал сейчас, потому что негде было бы жить какое-то время, если бы сейчас отдал бы её. Брат, это я вот со своими... Братвой или пришел этот Comedy Club смотреть. Вот будем развлекаться сегодня вечером. Артем, а поясни за шмот. Шмот это, в принципе, достаточно стандартный. Или, ну, штаны Adidas, это штанишка. Тут, значит, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana всем рекомендую. Очень хорошо воротник, чтобы стоял. Это только Dolce Gabbana может делать. Шляпа тоже Adidas. Кроссовка Nike. Кроссовки. Часы. Это японский Rolex. Это редкий вариант, но у меня есть. И сумка, сумка Reebok. А сумка... что за безрукав? Безрукав. Это не безрукавка, это спасательный жилет. Хуй его знает, какие разборки ждут сегодня. Может, какие-то пираты выкинут море. Что я буду делать без этого? Ладно, пойдем смотреть этот Comedy Club ебаный. Что будет рассказывать? Дук карогацелек фиксек эн пахе. Ер паястанум ворош кертени мод окей дарав чагац джинсер хакнеле. Որ պահին իրանք սովորական քյարթերից դառան նեո քյարթեր։ Ինձ թվում է այն բանից հետո, երբ որոգայթի մեջի գոքորը սկսեց տենց հագնվել։
ու քարտերը ասենց հա այդ օքեա հա չեն կոդերվի թեմա չի հիմա քարտերի մոտ սպասողական վիճակա իրանք սպասում են երբ է ինչ որ սերիալում տենց կրիմինալ մեկը կունի լինգուս անելու որ իրանք էլ ոնց որ այդ քարը փեշերից սկսեն էլի արազական չու էդ կունի լինգուլինուս դու Нормальные люди собрались, эти гомиковские шутки заканчивают. Что? Что слышал, гандон? Я говорю, заканчивай это все. Приличные люди сидят в зале, блядь. Не хотел тебя как-то оскорбить, как представители субкультуры кяртов. Тонкая грань между кяртом и долбоебом, потому что можно быть долбоебом и не быть кяртом, но если ты кярт, ты точно долбоеб. Пацаны, пойдем покажем ему, кто долбоеб здесь, блядь. Дай сюда, эта аппаратура сейчас поломается, да, я заберу. Пожалуйста, меню. Будете еще что-то, кроме кофе? А ты, блядь, что ты, мозга не делай, или принеси пожрать что-нибудь, поставь это свою книгу, забери обратно в библиотеку. Я уже школу заканчивал, читать мне не надо больше. Артеми? А, Сахарджа. Ты в Грузии недавно был. У тебя какие впечатления? Честно тебе скажу, ходил по этому Тбилиси туда-сюда, еще длинный, зараза, как сосиска. Сколько ходил, ничего красивого там не видел, клянусь тебе. Абсолютно. Как будто все красиво сюда принесли, поставили нам. Хай останали. Туда тоже много русских вообще переехало. Ты к этому как относишься? Я понимаю всю провокационированность твоего вопроса, братжан, но грубо говорить не буду. Это несчастные люди. У них ни родины, ни хуя нету. Вот я, если захочу пойти умирать, я могу пойти за Армению сколько угодно умирать. 6 раз, 15 раз, сколько захочу. А им за что умирать? Не за что умирать. Из-за этого всего проблемы с головой начинаются. Все эти начинаются психологии, депрессанты, дурдомы, наркодилеры. Это не жизнь, брат, это хуйня. Да, вот то, что ты говоришь, чистая правда. Я был на войне, были люди, которые умирали, а были люди, которые не умирали. Ничего мудрее не слышал. Ты в Россию вернешься? Брат, как я могу возвращаться? Здесь все на мне держится. Я уйду, все развалится. Ты знаешь, в чем сила армянского народа всего? То, что вот любой женщины берешь с улицы, все девственница будет, любая абсолютно. Какую хочешь, сюда можем поставить, открыть, посмотреть, будет девственница, я тебе клянусь. А тут дети как рождаются? Это ученые до сих пор бьются над этим вопросом, это непонятно. Ладно, свой фотоаппарат выключай, будем отдыхать сейчас. Космос кушать будет, люди не должны такие кадры смотреть. Эсчекану, марасте. Ах, перес, про меня кино снимаем. Сах кино на кавагандар, сикти релакс тут. Хороший парень, молодец, люблю таких.